В Камчатском крае продолжается работа по формированию муниципальных округов. Сейчас очень активно ведется работа по формированию Елизовского муниципального округа. Вчера у нас состоялась встреча с жителями Вулканного. Мы ответили на все вопросы. На мой взгляд, очень продуктивно встреча прошла. И запланировали с депутатским корпусом, с жителями договорились. Следующий этап у нас – это публичные слушания, которые пройдут ориентировочно 10 июля. Помимо этого, я также напомню, что уже сейчас у нас публичные слушания прошли в Елизовском городском поселении, и по плану у нас Пионерское сельское поселение и Николаевское. Так мы охватим 4 муниципальных образования и уже летом спросим мнение жителей по формированию муниципального округа в Елизовском районе. Также на осень у нас запланированы публичные слушания и встречи с населением в других муниципальных образованиях. И я уверен, что жители также поддержат данную реформу. Потому что уже сейчас мы видим, что многие жители сельских поселений согласны, что реформа своевременна и необходима, так как муниципальный округ – это более эффективная система организации местного самоуправления.